Галине Ивановой 60 лет. Сегодня она решила привиться от гриппа, чтобы защитить как себя, так и близких. Говорит, прививку делает каждый год. Также женщина уже прошла вакцинацию от коронавируса и сейчас чувствует себя в безопасности. Очень много причин, потому что тут и коронавирус идет, тут и если наслоится еще и ОРВИ, то, в общем-то, последствия очень серьезные. Поэтому я всех призываю, чтобы пошли и сделали. Проблем никаких нет в этом плане. Люди старшего возраста входят в группу риска по заболеванию, поэтому им медики рекомендуют прививаться в первую очередь. В противном случае болезнь может протекать с осложнениями. Например, перейдет в бронхит или пневмонию. По словам врачей, желающих сделать прививку от гриппа сейчас стало больше. Потому что на носу сезон гриппа, и болеть не хочет никто, поэтому обзваниваем людей, приглашаем, сами приходят, видят рекламу в средствах массовой информации. Поэтому довольно активно приходят на прививки. С начала этого года в 4-й поликлинике Самары было сделано более 40 тысяч прививок от коронавируса. И свыше 14 тысяч пациентов привили от гриппа. По рекомендации врачей, прививку от гриппа и ковида можно сделать в один день. Мария Илчан, события.